Солигорском районе сформированы участковые избирательные комиссии по выборам президента Республики Беларусь. Исходя из предыдущего опыта и проанализировав количество избирателей, проживающих на территории района, определен оптимальный количественный состав комиссий. В них вошло от 5 до 11 человек. Это выдвиженцы от политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов, а также граждане, подавшие заявление. При формировании комиссии учитывалась 1/3 представительства политических партий и различных общественных объединений. Было принято решение организовать на территории Солигорского района 64 участковые комиссии. Согласно Избирательному кодексу Республики Беларусь, проведение первых заседаний комиссий должны пройти не позднее 3 дней со дня образования комиссии.